Да, мы сегодня хотели посмотреть на дракончика из шариков. Его уже украли. Такая досада. Поэтому мы едем дальше. Сегодня воскресенье. Всем доброе утро. Хорошего настроения. Это видео. А я уже хотела вам спасибо. Да. Мы сегодня, у нас не получилось посмотреть на дракончика из шариков. Но есть видео, правда, не наше. Вот поэтому в парке Березовая роща ходит ботинок. Какой забавный. Лежит кое-где снежок. Но в целом-то это сегодня тепло. Воскресенье, напоминаю, 23 апреля. Мы кушаем, чем Бог послал. Ну вот, сегодня мы не посмотрели на дракончика, но прошлись по парку. На Красном проспекте. Народ оттаял от зимней спячки. Сняли пуховики и шубы. И радостно и весело встречаем весну. Тротуарчик. А в остальном все хорошо и прекрасно.